Ну а кто еще? Такси тебе звонит. Доброе утро. Через 6 дней у дочери. Я знаю. Даже этого не помню. Я знаю. Что ты знаешь? Какого числа? 21 числа у нее день рождения. У Сашки. У Никиты когда? Наташ, хорош. Сейчас ты будешь все перечислять и Никита 28. У Сережи 2 августа. Августа? Ну да. А ты думал июня. Вообще-то август. Да что ты? То есть нет. 2 июня, да. А у Никиты когда? 27 мая. А у Дани? Дани буквально после того, как мы с ним позвонили. Буквально это вас когда и во сколько? Да ты едь молча, ты едешь в такси, ты не дом даже сидишь. Я просто тебя спрашиваю, когда у тебя в детей день рождения? Да нахуя мне это спрашивают? Ах, нахуя? Зачем? Да даже этого не знаешь. Я знаю все. Ты не помнишь, все. Когда у тебя сестра родилась, когда я родилась. Тебе вообще на всех насрать. Я... Ты живешь насрамши, просто. Кого ничего не помнишь. Это очень легко говорить. Я не помню. Очень легко. Изменил с другой бабой? Я не помню. Я был пьяный. А мне-то каково? Садишься за тем, чтобы а ты меня около все по ногам выкинул, затем, да? Ты меня по ноге пинал, знаешь, что у меня ноги болят, такси садишься для того, знаешь, что у меня варикоз. Ты стоял и пинал меня около чижиков, стоял и просто пинал по ногам, зная, как у меня операция была на ноге. Тебе похеру? Тебе вообще на меня похер, зачем ты со мной живешь? Зачем? Уходи. Просто уйди. Будь мужиком. Просто уйди. Денег дай. О, мужик проявился. Денег дай. Да. А у тебя так много денег, чтобы я тебе давала? Ну, я заработал вчера. Вот ты еще заработаешь. Работай дальше. 5000 сколько ты потратила? Ты мне отдал 2000. Я тебе сейчас что прям... Что ты 2000 ты мне отдал. Я тебе 3700 отдал. Ты мне отдал 2000. Две бумажки ты мне отдал. Все, что ты заработала, сейчас тебе отдам. Так, все, ради бога, хорош. Только чтобы я тебя не видела. Все. Я давай, буду хлеб... Давай, теперь... Я буду хлеб Роза, черный, Роза, жрать, блядь, с тобой. Сейчас, теперь, Роза, закрой. И все. Сейчас мы приедем. Ты опять меня будешь бить. Не буду же я тебя бить. Ты же бьешь наотмашь. Тебе же пофигу. Тебе пофигу. Ты меня можешь на лавочке ударить. А дома ты вообще что ты творишь? Ты же в тот раз меня кинул вообще в дверь, блядь, головой. Тебе вообще пофигу. Ты тварь. Галимая тварь. Ты не нарвалась на это. Я хочу, чтобы ты сдох. Извини. Я хочу сходить в церковь, поставить свечку за упокой твоей души. Но только после тебя. Хорошо? Мама твоя умерла. Она бы сейчас тебе, блин, вот реально, блин, хоть на путь, если ты что творишь ты без нее. Ты посмотри, ты за 2 года в кого превратился? В себя. В себя. Ты трахаешь сиделок, блядь. Ты меня бьешь. Ты на детей наплевал, тебе вообще все похеру. Ты посмотри, в кого ты превратился. Надоело, человек. Давай остановимся. Да я с удовольствием высушусь и пойду пешком. Чтобы не видеть твою рожу, блядь, лысую, вонючую. Ты на все.
всех наплевал. На всех за 2 года просто наплевал. Таксист, он поддержки ищет. Да, может, порядочный мужик. Никакой, как ты. Я уеду, дай мне. Через 300 метров. Я заработал. Камера контроля разметки. Ему, наверное, слышать даже стыдно. Мужик за неделю заработал 2000 и просит их обратно. 2000 за неделю! Сережа, побойся Бога! Тысячу он заработал. Отдайте ему. Мне не стыдно. Ты ему сейчас скажи, что ты 8 тысяч в месяц зарабатываешь. Вообще пипец. У нас минимал. Бить женщин ты умеешь. Все, успокойся. Изменять ты успокойся уже. Успокойся уже. Уже это когда? Когда ты все это натворил? Когда ты все это сделал? Уже. Заебало. Вот, у тебя ко мне казан. Заебало не меня, а таксист уже заебало. Ну ты как угодно. Мне давно заебало. Ну ты так со мной разговариваешь. А ты думаешь, я что тебе, животное что ли? Я не животное. Заебало, овца, заткнись, блядь. Чтоб пошла ты нахуй. Ну ты так со мной разговариваешь. Овцой тебя никто не называл. Ну только сейчас приводителя называл. Был дело? Да. Было. Ты сказал, овца, заткнись. Я сказал, заебал, заткнись. Нет, это ты сейчас помнишь. А когда мы стояли на Погодина, ты сказал, овца, заткнись. Не говори. У меня память, ты сам знаешь, какая. Ты сам знаешь, какая у меня память. Ты мне сказал, овца, заткнись. Хуёво у тебя память.